Я посвятил всю свою жизнь искоренению полиомиелита. За последние 30 лет число детей, парализованных из-за полиомиелита, сократилось на 99,9%. Это огромное достижение, но расслабляться рано. Для защиты детей от всех трех типов дикого полиовируса успешно применяется пероральная вакцина. Эта вакцина позволила полностью победить второй тип вируса. Он не встречается уже более 15 лет. Однако мы по-прежнему защищаем детей от вируса второго типа, вводя им трехвалентную ОПВ. В 2013 году Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила глобальный план по искоренению полиомиелита. В рамках этого плана все страны должны постепенно перестать использовать пероральную вакцину. Прежде всего, нужно исключить компонент второго типа. Таким образом, нас ждет переход от трехвалентной вакцины к бивалентной. Переход к трехвалентной на бивалентную ОПВ запланирован на период с 17 апреля по 1 мая 2016 года во всех странах, использующих трехвалентную ОПВ. Крайне важно, чтобы переход состоялся во всех странах одновременно. Все медицинские учреждения, крупные или мелкие, должны быть полностью подготовлены к переходу на бивалентную ОПВ за эти 2 недели. Это историческая возможность ликвидировать полиомиелит во всем мире. Да, успешное выполнение этой задачи в ваших руках. Нам всем нужно работать вместе. И местные власти, и политики, и медики. Все должны принять участие, чтобы обеспечить полный переход на этот вариант ОПВ. Процесс планирования и реализации этого перехода уже начался. Все заинтересованные в иммунизации вносят огромный вклад в этот процесс. Как только вакцины будут доставлены на места, медицинские работники должны быть готовы к реализации запланированного перехода в апреле. Именно им предстоит просвещать родителей и сообщество, чтобы наверняка обеспечить полную иммунизацию всех детей. Это крайне важно. В то же время все полиовирусы второго типа, хранящиеся в лабораториях, должны быть либо уничтожены, либо, если их хранение крайне необходимо, помещены в систему обеспечения биобезопасности. Я мечтал об окончательном искоренении полиомиелита, и я горжусь тем, что мы близки к тому, чтобы эта мечта сбылась. Внесите свой вклад. Поможем нашим детям и стране сделать гигантский шаг вперед, чтобы покончить с полиомиелитом.